Что нужно делать, если ваш муж любит погулять, немножечко прийти с корпоратива под шафе? Все очень просто. Для начала он должен подарить вам подарок, правильно? Конечно. И первым обычно вручают это же цветы. Вручайте. Цветы вручаем в надежде на то, что ваша дорогая жена вас простит. И ну, цветы просто затратны. Поэтому самый главный подарок. И это у нас аплодисменты сковорода. Я думаю, что вы забыли то, что ваши дорогой супруги лет. Белые розы. Итак, разбиваем наши розы об вашу голову, а мы прикрываем вас сковородой. Вот так, вот так. Значит, на счет три. Один, два, три! Ура! Пьет! Значит, любит! Ну что, я думаю, то, что теперь вы забудьте какой-то ваш любимый подарок, любимые цветы, и то, что все-таки корпоратив это святой семейный, жизнь сделай семейной. Ну что ты запросил по церкви? Скажите, Юрий, вам страшно? Минус 196 градусов. Итак, морозим на счет 3. 1, 2, 3. Поехали! Я полезу к самому бесстрашному, самому теплому Юрию. Юрий, представьтесь скорее на свое место. Еще раз вам давайте поаплодируем. Ну что? И пожарная безопасность. Потому что, друзья мои, конечно, зажигать это очень круто, но самое главное, не забывайте об огнетушителе. Ну что? Я думаю, что у нас почти все готово. И прямо сейчас, прямо на ваших глазах, мы немножечко зажжем. Можете запомнить этот лайфхак на будущее. И отмечать так корпоратива, если вы поехали за рулем, если вы маленький поезжаете. Ну что, итак, горит на счет 3. 1, 2, 3. Аплодисменты! Ну что, скорее присаживайся. Нужно очень-очень аккуратно. Ну что, друзья. Нам нужно будет брать с вами по одной конфетке с самого верха, класть ее в рот, быстро-быстро жевать и наслаждаться процессом и удовольствием. Я думаю, что... Итак, наш подопытный кролик возьмем по аплодиру. Самого верха берем. Аплодисменты, друзья, сейчас я думаю, что абсолютно каждый из вас может угоститься этим вкусным холодком. Друзья, не стесняемся, угощаемся. Это вкусно и прохладно. Владимир Владимирович Пустюпальный, принцесса, поднимайся скорее ко мне. Итак, давайте поаплодируем. Скорее выходи сюда. И как тебя зовут? Очень приятно. Сейчас нам Владимир Владимирович с помощью своих нанотехнологий передал свой голос в специальном контейнере. Его нужно вздохнуть и поздравить всех победителей этих голосов. Справишься? Я думаю, что да. Ну что, вдыхай. Давай, давай. Больше, больше, больше. Еще раз, давай, молодец. Ну что, готово? Дорогие граждане, поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам счастья, успехов, самого лучшего здоровья. Обязательно это самое главное. Ура! 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 Аплодисменты нашему президенту! Потому что совсем скоро появится самый красивый, самый яркий салют прямо здесь, на сцене аэропарка. Аплодисменты, друзья!
Давайте считать до нашего салюта все вместе, как в детстве. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Громче, громче, все, 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 и 7, и еще громче, 8, и еще все вместе, 9, и самый громкий, давайте наберем все воздуха, легкие, все набираем, и кричим, 3, 4, 10.